Дайте саппорт хила, пожалуйста. Вылетел вам, все, зашел. О, мне тоже саппорт. Шарпи, саппорт Котласа. Саппорт паладина, хвалик. Обмен на саппорты. И саппорт войду, да или нет? А, войду обязательно. Ну, а я как-то без саппорта. Вот, пойдем померим расстояние с тобой. Там Котлас стоит. Котлас, иди сюда. За мной. Тут как на роботе. Всем тут хилам и всем, у кого меньше 30 кхп. Да, да. Рыбу воткнул. Ну ладно, попробую. Всех, у кого давай меньше 30 к, пьют саппорт. Смотри, сюда идешь. Огурцы берите все. Вот смотри, вот. Ты это босс. Стой. Ты это босс. Я вот так тебя веду. Заводишь сюда в угол, потом разворачивайся, и вот так, чтобы ближе был к хилу. Соответственно, босс будет в печеньке стоять, понял? Ну еще без саппорта с хилом. Встань вот сюда, где я сейчас прыгаю. Достаешь по нему? Ну, у кого меньше 30 хп, и не... и долбоёб, либо еще что-то. Либо не уверен в своих силах, берите саппорт. Просто, нет, просто пока не будь нам шипешник. Сакрас, я тебе не буду давать фласки для того, чтобы ты их продавал, блядь. Ой, назад где? Он написал, скажите, когда зайти. Ну, назад заходи. Микстурка тут. Микстурка, тебе не надо саппорт, да? Нет, нет, тот, кто крест держит, ничего не надо. Меликам нежелательно иметь нахуй саппорт. Там, не знаю, свобода действия. Ты будешь меликам давать, нет? Нет. А кто дает фласки ДДшные? Никто. Отдадите. Еще фласки он давает. А как я заебал? Мили фласки, обмен мастерова. Какая самая крутая профа, как вы думаете? Не алхимия, точно, я знаю, что ты скажешь. Ну, а мне алхимия нравится, это круто, чего? Два часа усиленное, все говно, это круто. Топ алхимия. Да, это я тоже считаю, говно. Алхимия это топчик. Ну, больше никому не надо мелифласок, тогда зачем спрашиваете? Инжа это для нубов, которые не могут на лече отбежать от лужи. Согласен. Нет, это для топчиков, которые умеют дпсить, не хотят дпсить. Да, мастер. Сегодня я видел такого же вара примерно, как ты, Есус. Ну, у него, короче, 4-5, но он дает 25 тысяч. 4-5, 2 на АК, блядь, поравнял, блядь, 2 на АК. Оп, твою мать, вы можете вне рейдовое время обсудить инжу и прочее говно? У нас там время типа капает, Далин уходит. Фласки СПД микстурка, раздай. А где ты смотрел его ДПС? В 40, 25 оп. 4 куска. И, наверное, у него не воля стоит, да? Воля. Какая, геровская? Да. Блядь. И у него... нахуй все два раза, блядь, ебаный этот. СПД фласки, кому давать мне обмен? Живо. Давайте пить, да. Подожди, фласки раздам. Да вы заебали с этими фласками. Ты мне только сказал раздавать, алё. Все орут, дайте ДД фласки, блядь, кинула обмен только двое людей. Нахуя вы это орёте, блядь? Закупайте сами тогда фласки себе. Как предложение. Маленький-то поставить на Котлас. У меня ДД фласки. Не очень сильный танк, как микстурка, мне на микстурку, чтобы я не потерял Котласа случайно. Ну тогда поменяйтесь, я даю отчет. Малики, тогда на Котласа кидай. Ты на меня. Ебать.
Нет, не решает. Кто танчит звезду? Решает везде, руки решают. И голова. Котлас, крест мой, алло. Ты шамана забираешь. Геру, а, не-не-не, не Геру. Ой, блядь, падаем. Ложимся. Ложимся. Ебать, вы диван, можете диван нормально. Начинает. Чудно, поменялись хилы, не поменялись танки, алё. Слушайте, упал, да ебал того рот с первого раза, короче. Плюс. БЦ. БЦ. Кто упал? Упал? Цветение, блядь, цветение. Фрейд, быстро в рейд. Пати, я да? Плюсанул, дайте пати. Да фол как бы. Линкани цветение. Ща, подожди. Как ты вот ачивку или просто на сундук? На сундук. Я ачивки я в рот ебал. Сколько, за сколько купил? 80. Mm-hmm. Бля, оно упало. Понимаешь, я сколько за шмот покупал, никогда не было, чтобы мне с первого раза вообще что. Пиздец. Линковать будешь, нет? Бери его в 8-й рейд, пожалуйста, 8-й платье. Друг. Хорош, давайте бабочка, нахуй. Рыбу кушаем. Уже, блин, уже катана с виду. И только что вот в банк. ГБ банк поставьте. Стоит справа. Да, Сакрис, ты играешь звезду, напуливаешь сразу сходу в Void Defender. Сразу бежишь к мобу, бьешь звезду, бля, через напул в Void Defender. Еще раз, микстурка крестик, котлас держит кружок, Void Defender звездочку, шарпи квадрат. Если все готовы, давай, чё. Сука. Ну минуту, бля. Бля, у меня просто не когда. Да. Кто это сделал, блин? Поехали. Хорош как класс. Геру. Чё не ты? Надо, Геры. Так, Далин, подними вот шейпера. Прожимки там давайте на рейд. Я уже отдался. Котлас. Котлас. Шарпи, дай прожим. Есть, висит. Какие нахуй бомжи, блядь? Кто, блядь, дал бомжей? Я дал. Они сюда достали, блядь, сорвали одну. Похуй на этого рака. Доливайте звезду. Шаманы, идите пить. Котлас, когда подведут к тебе, готовься прожимку давать. Себе в кружок от Шарпи поставил в центр босса. Давай прожимку. Хей, минус, то там захиливайте, блядь. Отдавал уже. Как сказали. Хелшер, тотемы. Малеке, перепрыгни, пожалуйста, на шарпе. Держи его. Остальные хилы вы на котласе и на рейде.
А чё ты бегаешь, блядь? Он меня бьёт. Чулан, подними Элрея. Ну встанешь после того, как мы убьём. Иксур, прожмись, я ману порезу. А, либо хорошо. Когда ты там ударишь. Частица заканчивается. Хорошо. Я, пожалуйста. Чулан, дай бэр. Чулан, дай бэр Элрею. Элрею. Чулан. Хорош, после тотема тычки. Захил Рэя. Котлас, подходишь ко мне, забираешь с меня спороската этого потом. Все, побежали на конта, готовимся. И бомжей вызываешь. Подходимся. Даем Геру. Дал вам прожимку. Дайте по маленький туинер, я не знаю. Засмотрите. Все, сори. Шредер, бьешь босса, кинь джагу над хилманы. Дайте прожимку. У него Т5, иммунизатор. Я понял. А сейчас дать? Давай, давай, давай. С ТТМ бьет от босса, ёб твою мать, от вы не босса, видите, отойдите. Что ли? Прижмитесь. Сомалийский маликет. Перепрыгните, хилить. Чисто шарпи одного держите. Вдвоем. Милики бейте, это не вам говорили. Как долго мы бьем? Нормально. Ну потому что бурсты спороли. Все бурсты КД были. Готовимся к боссу идти. Сейчас вспышка будет огненная. Смотрите, милики, 10 секунд. РДД начали боссы. Отойдите от босса. Отойдите от босса. Вспышка отошла. Бейте. Дайте гипна. Даю. Вспышка 10 секунд. Отошли. Отошли, сейчас заморозка. Прожимку дайте. Отходите. Бьем, бьем, мужики. Поехали, бьем дальше. Войд, бей хоть один КДПС, а полтора помогает. Стакай на школу, я понял. Стакай, не знаю. Готовимся, убегаем. Хорош. Ничего себе ДК мощь. В смысле? Дети. Я думал, меня сложат. Не, ДК тут хорошие. Да, босс, блядь. Отбежали, не... отбежали, милики. Отбежали, сейчас будет. Гимны на мана читайте потихоньку. Бейте, бейте еще, бейте. 10 секунд. 7 секунд, отбежали. Мастер, кидай из тебя. Давай. Галя, гимн на ману прочитай, если. Просто гимн на ману. Кому залить, давайте я залить. Готовимся. Ой, ману залить. Ой, блядь, сука! Нахуя вы за эти гимны рассказали? Китами, дай мне бэр. Время зазли. Станно. Чё так отпрыгнуть успел, блядь. 10 секунд вспышка. Отбегали. Отбежали, отбежали.
Войд, дай прожимку на рейд. Дайте бафы, да, ребят. 10 секунд. 7 секунд. Отбегаем сразу, прожимку дайте. Даже в таймер уйдет? Нихуя себе. Кулак или крик АП дайте. Сейчас. Китан, ман, нет. Отбегаем 7 секунд, 5 секунд, отбежали мелки. И назад гимноману есть? Не попросите. На Котлас, дай прожимку сейчас на рейд. Отбегайте, милики. Давайте, минуту осталось. Пан, дай прожимку, если есть. Нет. У кого прожимка? Отбегайте, милики. У кого прожимка? Давайте сейчас. Что добил? Чем добил? Нихуя. На гидрос идем. Да, идем на гидроса. Ну, честно говоря, такое. Сомалийский побуст. Либи забрали на успех. Сомалийский на мейнспех. Посмотрим, да, что она умеет. Ну, вместе оно там у тебя 20 стаков брони будет. Нет, если... О, это сильно. Это считай. По идее забирает Котлас. Максималка, типа, по броне 75%. Вторая шмотка уходит ему анролом. Паладин разбойник. Сейчас перед будет маленький секрет. Кидрос, я так понял. Да. Пошли на гидрос. Секрет, давай, чувак. На этом будет, да? Ты говорил, тебе на присте на гидросе надо. Насколько я помню. Чё ты, чувак, меня не слышал, кому я сказал давать БР? Слышал, чувак. И все. На десятый я раз я услышал Эл Рей. Да он тебя орал минуты две, наверное. Нет, я слышал чулан, 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 чулан. Ты скажи, чулан, помолчи секунду и скажи Эл Рей. Чтобы я точно слышал. Я слышал, что ты говоришь БР. Я еще бегал, искал его. Мне типа показывало, типа он в текстурах. Вот с того места, где стоял в самом начале, не БРил его. Пришлось к стенке куда-то бежать, блядь. Слышал, что чулан, а кого, я не знал. Ну, на ДД... Это каждый рейд оправдываешь. Не, когда там, вчера, где мы были-то? Во-ко-ко. Кого я резал-то? Турбойса, нет, не Турбойса. Турбойса я сам по себе резал. Кого-то он говорил, я сразу резал. Я услышал четко, в смысле, два слова. Экстра подальше, трэш. Че, слепца-то не ебанем? Да нет, потом... слепца после гидроса, потом сразу волна ступа, потом скрипня. Слепца и волна ступа и скрипня. Наша задача будет. Это же 10 минут мешлаг. Со скрипня вообще кто-нибудь нужен? Кому-нибудь эти запы нужны? Мне кажется, непрофитнее то, что мы мимо него бегаем. Вот это непрофитно. Ну, это у нас все зависит. Смотри, сейчас Далин уйдет, у нас не хватит времени тогда на Вайше. Это и все. А, нужно Далин... Лучше побегать, да. Если что, есть... побегаем. Просто на Вайшу зайдет наша мана. То есть гидроса убиваем, еще мост к Вайше открывается? Нет, просто если мы убиваем сейчас гидроса, то просто заходит на Эршаму.
У нас Маликет может... Во, какие мутки. ...ДД спрятаться. Понятно, что ничего не понятно. Стой. Пиздец, я плыву в воде, а на меня бешенок не агрится, а как так? Потому что они все за мной плывут. О, появились. Короче, под этим Т5, когда юзаешь, там звездопад на 40%. Звездопад теперь вгоняет доту к херам собачьим 1500. Бля, мне еще надо два куска, нахуй, чтобы хотя бы чуланы перенамаживать. Блин, за хорошую мира дайте, как кричать. А чулан же с четырьмя кусками теперь, да? Да. Жесткий. Да, я сейчас привыкаю к этой хуйне, потому что я в определенные моменты не понимаю, когда мне что юзать. И иногда у меня два прока. Большой пришел. Это твой звездопад, да, Лум? Это надо рейндж набирать? Нет, нет. Нет, убейте ведьму, хотя бы для начала, чтобы она сало не давала. Посогрите ведьму. Зачем бомжей давать? Чтобы шанс, блядь, большой давал, сука, рассекающим по всем хилам, да, блядь? Даю прожимку. Это сомалийский, это без панка. А я в смысле агру, чтобы он на нас поворачивался. Я видел там какой-то моб хуярый рассекающим, какой, не знаю. Забрали его. Лужа будет, да, походу? Ну, готовьтесь, да. Может, лужа, может, мобы. Может, ничего. Блядь, я еще и, сука, релоуд прожал нечаянно. Это ёбаный в рот. Давай. Хундра, блядь, идите нам все. Ля-ля-ля-ля-ля. Да стойте, чё вы. 3 минуты к тренинг КД. Лундра говорит, бегите все нахуй. Все за борт. Так, так и есть, блядь. Это 5 весело, конечно. Ну это хорошо, когда весело. Сзади одного. Главное, вот это вот бред, я не понимаю, конечно, почему. А чё, на кого тебе сыграть надо? На скрипт, нет. Рэнджу набрали, сразу бежите, уходите. Рэндж, рэндж. Рэндж набираем. Все за борт. За борт прыгайте куда-нибудь. Ты специально, Ромка, за мной бежишь? Да? Все, на воде стой, Ромка. Китами, отойди, проверь. Шреддер вообще в Долоран убежал. А там, походу, кому-то надо. У нас ДКшки заберут. По идее, на следующий. А бычий голову ты не будешь забирать Т5, правда? Т5? Нет. Да. Понял. Просто ты будешь забирать Т5? На кого? На приста. Да халды нету, блядь. Ну чё, есть варик Т5 что ли? Да, классно. Ну, следующий классный тогда Войд забирает вообще-то. Чё вы, блядь, когда пропустили? Блин, а кстати, ну, это, я шаману ник поменял, и, видимо, он отвязался от меня. Шаман ну да. Они пишут, а ты просто... Фелшер, вернись обратно. Где стояло? Бля, ну зачем это вы подходите поменял. На этой трубе ко мне, ёбаный в рот, отойдите. Поменял. Да, отвязался. Умрет, стоим, не двигаемся. Спрыгайте в воду все на комп дебафа, да и все проще будет. Ренжа наберется. На комп дебаф уходите в воду, прыгайте, да и все. Дживс есть у кого-то? Прыгайте с обрыва на. Турбо, ты списал, ну, ну ты скотина. Зачем ты мне несешь, отстань. Нет, это не я, это пробежал воин. Разойдите в воду, прыгайте, отсюда, все блядь. С дебафом прыгайте в воду. У кого дебаф, все, все хорошо, понимаете? Не бегите туда, сейчас, блядь, сагрят нахуй люди. Так, тут саппорты нужны. Танком.
Ну, сегодня мы должны Вайшу убить. Да легко. Ну, кто тебе сказал? Что сказал? И что гадалка, мы сегодня Вайшу должны... Гадалка догадала. Он я вам сказал. Да, зачем этого Савеля? Нового так... объем, который... Жир! Мы... Будет новый, нового будем бить. Не успеваем. Или? Успели. А не успели. Очень долго он выходит. Да просто его сагрили и били предыдущего. У меня ассиста нет, метку ставить. А что тут делать надо? Хилить. Рейнджу идет. Хилить танков. Хилить на рейнже стоит. Ну блин, хилить надо в любом. Ребята, ставьте. Рейнджи. Рейндж 6, 8, 8. Тут есть какая-то доп. Механика. 8, да, ты начинаешь 8 метров. Рейндж заряжать. Короче, когда он там будет стоять, вот светленький будет босс. Для тебя нужно держать рейндж 8. Для того, чтобы... макрос на раздачу всему рейду. Шкаф поставьте. Кликаем. Что, такой макрос вообще существует? Да. Под какие реалии они, бля, под Т5 придумывались или под... Mm-hmm. Ты можешь просто на все клавиши... Сейчас. Кого вы сагрили? Там чулан. Я за Леной плыл, Лена от меня, вы потом ее суманули. Я ее спасать плыл. Она от меня. Жирная. Круг бы ей кинул, да и все. Как делаем Void в танке или 3ДК? Не, наверное, лучше пусть Void. Пусть. Чего? Пан дает. Каких 3ДК? Сомалийский в танке, Шарпи в танке. Сомалийский в танке. Сомалийский, Void, микстурка в танке. Тогда Void в ДД. Сомалийский, Котлас, Сабин. Круто. Так как? Я сказал Void в танке, но что вы говорите мне, сука, он в ДД. Зачем? Войда лучше в ДД. У него АОЕ больше, чем у других. А какой ДКшник нахуй? Котласа поставил. Ага. Ага, он две цели удержит, ну, в принципе, так же, как и вам. Ну, сомалийский троих будет держать, а Котлас будет всего одного забирать, и все. Нет. Ну, тогда давайте в одного сомалийского, блядь, потанчим, не? Да, ты бахнешь. Сложит, нахуй, как, блядь, картонный домик. Ладно, еще раз, кто в танке будет давать, мне без разницы. ГБ банк поставьте. Войд, ты в танке хочешь? Давайте Котласа в танк. Там, мне без разницы, я ее подамажить могу. Пускай дамажит. Котлас танк. ГБ банко стоит. Я ставил. Поставь меточки для танка. С какой стороны кому? Да, Котлас первого. Расист. Расист, расист. Так, ой, блядь, я туда закинул их. О, ох. Бутылки на ДД. Туда? А чё вы не бросали мне, бля, когда я им говорил кидать обмен? А к турбе. Турбо обмен дайте. А бутылки, у меня мили просто снял. Давайте обмен все равно. Я им тоже. Расиста даю. Дашь своего или нет? Льдистый путь, офните. Это у нас Котлас и микстурка. Я свой окну. Так. ДД фласки нужны, турбой с обмен кинуть. Еле мастерам. Ты метки поставь, уже... мастер. Какие метки? Справа, слева. Слева и справа танки, чтобы... Нахуй.
Где какой там, каких мобов дает? Просто вы скажи, блядь, сука, не можете различить, где, сука, право, где лево? Ой, все. Короче, Котлас, ты слева, я справа, если сейчас смотреть на босса. Хорошо? Не можно две метки. Было, сложная вроде. Задача, я им. Сложная задача везде. Это две метки поставить и все. Да, да, это для того, чтобы поставить две метки, нахуй, это надо еще и релогаться, во-первых. Во-вторых, блядь, чтобы вам нахуй это сказать, вам понадобилось столько секунд. А в-третьих, хватит говорить на эту тему. Давайте убьем его уже. Пойдем дальше. На переход, когда будет переводить на темную фазу, либо на чистую, для стопнули ДПС. Гера. Фелшер, отойди, пожалуйста, с милизон. Перевожу, давайте, стопайте. Что, по трэшу танки собрали трэш? Веди портал сходить. Старайся удержать. Смолески помогаем. Все, заешь. Тотем природы где? Хан, Тауру природы поставь свою там. Сильнее, про. Пятьдесят процентов готовится. Угу. Уже можешь переводить. Стопать. Стоп, дамаг. Опа-на. Я же сказал раньше переводить, ну ёбан. Ай, падаем. Ваншот прилетел? Да. Сколько тысяч? 80? Все хп. 80. 77,3. Так у меня просто мастер, в чем прикол, у меня еще 100% показывало. Ну еще 5. Когда у тебя уебали. ХП. Начисляю. За секунд 5 до 100% уводить. Мы не так даже делается. Когда убили весь трэш, тогда и переводится. Если уже добивается трэш, но нам надо переводить, тогда уже переводится. Но это уже трэш идет, подходит. А можно раз? А ты какие прожимки даешь? Согрите мобов. Я никакие. Я когда у меня проседает ХП во время, когда босс убьем, когда я... Там надо отдавать, когда именно ты переводишь. Хоть сколько там, хоть 50, хоть 100. Ну вот один раз, допустим, ты идешь незыблемость. Второй раз ты переводишь. Отдаешь. Ну так давайте полрейда не будем сиськи менять там нахуй, прибежит сюда и убьем моба, бля. Этот панцирь можно отдать с кровью. На третий раз можно... Что там, клык у тебя есть? Клык можно прожать. От магии. Следующего быстрее. Он очень много срежет мага. Ну... Зубы попросить у ДЦ. Если незыблемости и крови с панцирем нету, спросишь зубы. Тогда... Бычья голова.
твои первые крылья после первой переходки. На вторую переходку этот. Ой, назад. Твои зубы. На микстурку? Да. Микстурку. Первая переходка считается от начала пула. То есть он становится грязным. Вторая переходка, это когда он становится чистым после пула. А потом уже по откату, блядь, озвучивайте сами. Ну под кровью и панцирем ты стопудово не умрешь никак. Когда он перевелся... Я даже под панцирем не умираю. Фелшер. А когда он перевелся, он уже другой магией бьет. Там уже не убьет никак. Дим, просто переводи сразу. Урон меньше будешь прилетать. И все. Переводи, как прошупили. Готовьтесь. 5 секунд. Переводи. Трэш усыгр. Турбо, но у меня промах ЛП не было первого. Ты агро сорвал. Прокнул, чувак. Я знаю, я был внизу. Я научился ДДшить на этом боссе. Все, готовься, переводи. Трэшу сыграли, забрали танки. Давай, кот, по одному с меня забирай. Я забрал стул. Перевожу, готовьтесь. Поверх эти 4. Трэш. Давайте быстрее играть. Блять, заморозился. Трэш.
второй тройне вижу резист от природы. Что это за ёбаный? Далеко стоит. У него есть. В трэш быстрее играть. После перевода дадите Геру вторую. Геру. Классно, сыграй, пожалуйста, таким на ману все, если не трудно. Быстрее в трэш играйте. Переложим. Вот вас дает прожимочку себе. Блять, заебали эти заморозки. Трэш быстрее давайте. Да и гимноману ставьте какой-то. Привожу. С меня забери. Так, последняя переходка к походу. Переводим туда, даем бомжей и ТП с боссом. Бомжей не. Бомжей не надо. Блядь. Забери, забирай. Бомжи, блядь. Бомжей давай. Блядь. Ну вы дали бомжей нахера. Босса бейте, босса бейте, трэш не надо. Ёбаный, блять, по-русски, кто дал бомжей, это реально бомж просто, блять, обоссан. Так дали просто... бомжей, заебись вам. Так бомжей. Сука, обоссать тебя, блять, кто бомжей дал. Во-первых, сказал бомжей дать я, во-вторых, он не должен был босса бомжей переагривать, не? Или он переагривает. Все переагривает. Мастер, я же сказал, бомжей не надо. Ну, я их не давал, я не знал. Плохо. Бомжей я дал после того, как уже босс поехал. Вот. А босса... Переагривается на... Бомжей босса не трогали. Маликет. Хилить так. Не хочет, Рейню забрал. Ну, сейчас хилит, хилит. Стринь уже другое дело. Ну ладно, а чё, он зад не забрал её. Чё, можно? На трансмут тело. Или кто-то там нидит. Мне что-то показалось, что ты был ниже него.
Да, маленький был еще тебя. Это все обговаривается. Если хотите, в личку уговорите. Может уступать, может нет. Бросьте, бросьте. Еще раз говорю, он до ЦЦ не идет. По идее. Ну, смотри, если щит хилит до ЦЦшники, то... Символ хуйню дает. Это возможно. Ну, это надо что? Тестить. Куда идем, куда идем, куда идем? Потом. На этого. Мне заходить на шамана или нет? Да, идем слепец, был наступ, а потом возвращаемся на педрилу. Был... Все трини были по фул ГП всегда, а сейчас, во-первых, на хила и на танка приор теперь возвращается и как у ледачника фиг. То есть 100% ГП. А тебе что, просто с гидроса надо было? Вот это говно? Ну, блять, оффхенд, как у Виби. А зачем одеяние забрал? Трансмут. На трансмут хотим? Ну я же сказал на трансмут. С этим микстурка скоробей не стакается с элементалей. Вообще. Да. Добейте внутри босса, тебя не стакуется, если у другого там. Босса, почему? Ну, не знаю, создатели игры так это и решили, что вот это будет так работать. Такая же история была еще и с другими тринкетами, как до выхода. Это типа есть это все сопер. На одном? Да, если типа сопер у тебя есть тринкет и есть с груля, с гера. Ну, это должно быть на разных. Это в рейде. Там да, так да, и на... вот. В рейде есть, то... Вот, а здесь такая же история. Прости, патики. В смысле, здесь не на одном персонаже оно должно быть еще? У меня, у Алисы была эта триня, у меня не работала.